Мы находимся на полях Петербургского международного экономического форума, и, конечно, его главная тема — это финансы. И мы сейчас побеседуем с Алексеем Порошиным. Одна из тем дискуссий на панельных сессиях была дедоларизация. Алексей, что вы скажете по этому поводу? Закончился 100-летний цикл, как мы надеемся, доллара. Да, со времен создания Бреттон-Вудсовской системы. Сейчас пришло время создания новой резервной валюты. Мы надеемся, что на ближайшее какое-то время это может быть юань. Ну а потом возникнет какая-то новая резервная валюта, в рамках которой будет работать глобальный мир. Мир, прежде всего, многополярный, и не однополярный с главным нашим гегемоном. Что мы видим сегодня? Что доллар пока еще остается валютой резервов, доллар остается валютой долгов и валютой инвестиций. И самое главное, доллар все еще остается валютой мировой торговли. Самое главное — это социальный эффект, когда вы сегодня, приезжая в любую страну мира, имея зеленую бумажку в кармане, будете чувствовать себя раскованно и спокойно, и можете расплатиться. Также мы и хотим сделать в многополярном мире, когда через запуск цифровых валют, через запуск новых различных обеспеченных стейблкоинов мы сможем на наших отечественных распределенных реестрах, а мы знаем, что у России огромная база IT-специалистов, так же, как и в Беларуси, огромные команды, которые сегодня умеют разрабатывать качественные блокчейн-технологии, мы сможем достаточно быстро создать новую мировую финансовую систему, систему, работающую в доле мини-секунд, заменяющую SWIFT. Да, если посмотреть динамику, то каждый год мировая экономика только на системе SWIFT теряет, вдумайте цифру, 1,6 триллионов долларов. Да, это из-за ограничений, из-за низкой скорости, из-за возможности блокировки операций. Наша задача — сделать сегодня четкую прозрачную систему именно на технологиях распределенного реестра, которая будет не зависеть от человека, не будет зависеть от каких-то субъективных факторов, и любой человек в любой стране мира сможет спокойно и расплачиваться. То есть не будет привязки к доллару, все-таки мы движемся к цифре, да? Мы однозначно сегодня мир движется к цифре, это наше будущее, но этот процесс, говорю, он не такой быстрый. Это если мы говорим про сегодняшнюю ситуацию с БРИКСом, да, мы понимаем, что в БРИКС сейчас подали заявки уже больше 30 стран, мы очень надеемся, что в режиме ближайших 2 лет присоединится страны Латинской Америки, страны Саудовской Аравии, это будет крупнейший такой конгломерат дружественных нам стран, готовых к многополярности этого мира. И однозначно в рамках этого процесса потребуется создание BRICSPay, как мы его называем, какой-то единой валюты этого взаимодействия, защищенной от различных санкционных ограничений наших недружественных стран. Поэтому сейчас уже валовый ВВП БРИКС уже опередил оборот G7, определил на 1.5%, и этот процесс активно идет. Доля доллара в резервах только за последний год упала на 10%. Очень интересно, спасибо. И у меня вопрос, а что вот людям простым, у которых есть доллары, вот в Беларуси, например, все всегда считают в долларах, в России, если все привязано к российскому рублю, то в Беларуси другая была ситуация, что делать людям, то есть избавляться от долларов, покупать недвижимость, чтобы не попасть в просак? Давайте, я как финансист не люблю давать прогнозы, но мы видим, что, к сожалению, я об этом сказал, что доллар пока еще остается валютой долгов и валютой резервов. Ленд-лиз, который начинался еще во время Великой Отечественной войны, была привязка, что все долги, которые раздавал Соединенные Штаты, да, это весь долговой портфель выпущен в доллар. И мы прекрасно понимаем, что еще в течение ближайших 20-30 лет доллар будет оставаться той самой бумажкой, да, которую будут пока еще принимать во всех странах мира. Но наша задача — этот процесс ускорить. Да, поэтому однозначно сегодня не нужно кидаться срочно реализовывать доллары, потому что этим самым мы наоборот увеличим его спрос, и у него увеличится стоимость и курс. Этого делать однозначно не надо, но однозначно
ситуация следующая, что мы будем очень быстро уходить с цифровой валюты. Это уже неизбежность. Соответственно, будут цифровые валюты на основании неких обеспеченных стейблкоинов, то есть обеспеченных стабильных валют, привязанных либо к золоту, либо к каким-то ресурсам. Ну, то есть это будут совсем другие цифровые деньги, которые можно будет переводить в любую точку мира за миллисекунды. Это здорово, это здорово. И у меня следующий вопросик. Что вам понравилось на экономическом форуме в этом году? Вы знаете, я на экономических форумах уже больше 10 лет. Здесь не может что-то нравиться, что-то не нравится. Знаете, у каждого человека есть свои задачи, есть свои там, у одного есть мечта, у другого есть цели, у другого есть текущие там, политические задачи. Форум – это то место. Чем интересен Питерский международный экономический форум всегда? Это огромный, там, глобальный мировой нетворкинг. Да. И здесь все зависит только от тебя, как бы не место там, красит человека, а человек красит текущее место. Это уникальная возможность оказаться в нужное время и в нужном месте. И не более того. Да? Сейчас ты идешь по пассажу, там в какой-то гостинице в центре Питера ты сел в лифт, и ты встретился с каким-нибудь там китайским арабским шейхом, да, ты встретился с каким-то крупным бизнесменом, и у тебя есть возможность 5-10 секунд найти эту возможность, чтобы за 10 секунд довести до него свою идею и найти свой канал быстрого роста. Я только что молодым сейчас предпринимателям говорил, что, ребят, какие бы вы классные идеи не были, какие бы у вас технологии не были, деньги даются под человека, да, прежде всего, под лидера с его яркими глазами, с его способностью поддержать этот проект и вывести его на новый, там, какой-то мировой уровень. Эта площадка, эта форумная площадка, какая бы она ни была, да, многие меряют, сколько лидеров приехало, сколько у России друзей, но это не то, да. Самая основная эта площадка позволяет быстро, там, понять, насколько эта идея жизнеспособна, быстро проверить, через первых лиц, да, крупных инвесторов, крупных владельцев госкомпаний, насколько им это интересно, и уже уехать отсюда с новыми обточенными идеями, с новыми связями и контактами, и гораздо быстрее запустить ее в жизнь. Спасибо. И заключительный вопрос. Мы поговорим о стиле. Скажите, вот мужчины готовятся к экономическому форуму и привозят, как правило, несколько костюмов. Сколько костюмов привезли вы? Ну, у меня стабильно. Да, я всегда привожу 3 костюма, с учетом того, что форум идет 3 дня, потом еще 17 числа в субботу у нас теннисный турнир, да, поэтому там свой своеобразный костюм. А так, помимо 3 костюмов, еще есть вечерние мероприятия. Вы знаете, что тут каждый вечер проходит более 10 мероприятий. Это тоже свои своеобразная икона, да, стиля. Показать в каком-то виде, какого у тебя тело, сложение. Надо еще и качаться. Как ты выдерживаешь. Ну, не каждый может выдерживать такую энергетику, когда ты с 8 утра на бизнес-завтраках, а потом еще тебе до 4 утра нужно совместить, объездить там 7-8 мероприятий, показать, что ты классный, ты энергичный, ты еще можешь договариваться. Да. Действительно, к этому надо готовиться, нужно быть с хорошей физической формой, нужно следить за своим функциональным состоянием, нужно заниматься спортом, нужно заниматься различными диетами. Это серьезный труд, это отдельное бизнес-направление. А вот скажите, мне показалось, что все-таки алкоголя стали употреблять меньше. Вы знаете, не скажу про это, что меньше. Я думаю следующим. С учетом текущей ситуации в стране, да, во всем мире, это же огромный глобальный стресс, да, громаднейший стресс. И понятно, что люди, которые менее готовы справляться с этим стрессом, понятно, что они его запивают тем же самым алкоголем. Здесь, если брать на АПМЭФе, все-таки здесь лидеры, да, не каждый может себе позволить 1 300 000 рублей, да, во-первых, попасть на этот форум. И здесь люди понимают, что именно здесь и сейчас там творится история. И понятно, что они стараются быть и в тренде, быть и в неком энергетическом там балансе, но и исходя из нашего окружения, я как бы вижу, что люди стараются не злоупотреблять и выпивать там, ну,
и классические какие-то там минимальные там напитки, чтобы поддерживать себя в ресурсе. За ближайшие там три дня я действительно не увидел ни одного человека, который там как-то себя плохо вел, либо там был в умат пьяный. Это нормальная текущая рабочая обстановка. Да я не могу сказать, что я там в прошлые годы как-то наблюдал какие-то процессы, что здесь происходили какие-то пьяные дебоши, извините за выражение. Спасибо большое. Спасибо. Я желаю вам успехов и до встречи в следующем году. Обязательно. Спасибо.